друзья, приветствую вас на нашем YouTube-канале. С вами Станислав, магазин «Гироскутер-шоп». И сегодня мы с вами поговорим об электроквадроциклах от компании «White Siberia». Ранее мы снимали тоже от компании «White Siberia» квадроциклы, модельный ряд «Мини-Р». Да, то есть, если вам интересно, ссылка под видео, а также на старые видеообзоры вы можете найти. Ну а сегодня у нас детские квадроциклы. С левой стороны у меня стоит «Снег Мини», и справа «Снег Лето». Ну, на самом деле, название какое-то, знаете, вот... Сами по себе компания «White Siberia» креативщики еще те по названию, да, то есть, но сочетание «снег-лето», да, немножко как-то слух режет, если честно. Поэтому не знаю, как вам, друзья, напишите комментарий, но мне, честно, немножко несостыковка «снег» и «лето», да, в одном названии. Но, тем не менее, сегодня мы с вами поговорим, на что способны данные квадроциклы. Покатаемся обязательно, дадим с вами вам обратную связь по ощущениям и, конечно же, посмотрим, что у нас здесь находится и его характеристики. Итак, начну, наверное, я вот с этого квадроцикла. Сразу скажу, что квадроциклы по техническим характеристикам, они практически схожи, да, то есть есть определенные отличия, мы о них поговорим в этом видео. Но сами видите по визуальному, да, то есть внешнему виду, как минимум, да, то есть это облицовка. Кому-то понравится в таком формате, кому-то в более таком агрессивном. Их расцветок... По 5 цветов, если не ошибаюсь, разных, да, то есть и мини-снег 5 цветов, и лето тоже 5 цветов. По ссылке под видео вы также можете увидеть, какие расцветки они есть. Ну, давайте по порядку. Что больше по душе вашему ребенку будет, либо вам, это уже решать, безусловно, в каком кузове. Но лично мне, да, то есть сугубо, мне понравился больше вот это исполнение, мини-снег. Почему, да, то есть это, наверное, больше меня берет это, то есть по габаритам как-то кажется он немножко по объемнее. Плюс ко всему вот эти вот металлические основания, которые спереди и сзади, да, то есть... Оно подкупает тем, что сюда можно какое-то дополнительное весное оборудование повесить, да. Сзади, например, какую-то кофру можно сделать, да, там, либо докупить, они в продаже также имеются, то есть найти не проблема. Либо какую-то колонку, например, да, там ребенок катается, включили там музыку, да, там Bluetooth-колонку и наслаждайтесь. Либо, как вариант, можно поставить дополнительное, использовать как крепеж под дополнительные фары. Объясню, почему делаю на это акцент, потому что стоковое освещение, как вы видите сейчас, да, вот фары светят. Это вы увидите, как освещение происходит, да, то есть и на самом деле достаточно тускло. Но при этом есть решение, которое сейчас вы также видите на экране, что мы можем поставить дополнительные фары и реализовать хорошее качественное освещение. То есть оно у вас можем как поставить сюда, либо вот сюда, то есть это уже на любое усмотрение и ваше пожелание. Также забегу наперед, что любую опциональность, любые пожелания, то есть вас как наших клиентов, да, то есть мы можем реализовать в нашем сервисном центре. Поэтому если что-то нужно вам дополнительно, при заказе, ниже по ссылке есть контактный номер телефона, можете у наших менеджеров проконсультироваться и уточнить. Итак, давайте с вами пройдем по основным характеристикам. Слева от меня снег мини, максимальный пробег на одной зарядке 25 километров и скорость до 25 километров. Нагрузка максимальная, которая выдержит по заявлению производителя 35 килограмм, вес самого устройства составляет 50 килограмм. Снег лето, по заявлению производителя, максимальная скорость составляет также 25 километров и пробег на одной зарядке до 25 километров. При этом вес данного квадроцикла чуть-чуть будет поменьше, он составляет 47 килограмм, но при этом нагрузка максимальная, по заявлению производителя, опять же, да, она будет немножко больше, до 45 килограмм. Не знаю, почему, с чем это связано, да, то есть вроде конструктивно они плюс-минус похожи, но тем не менее снег лето почему-то выдерживает нагрузку больше, да, то есть по минимальным требованиям, максимально точнее. Что касаемо емкости аккумулятора. Аккумуляторы у нас с вами здесь снабжены 36-вольтовые на 12 ампер-часов. И они у нас с вами свинцовые. То есть это не литионные аккумуляторы. Да? То есть, например, увеличить емкость саму по себе ее не получится. Только если вам нужно будет увеличить пробег на одной зарядке, это нужно докупать сразу аккумулятор полностью в готовом решении. Да? И подключать их, и тогда уже можно пробег увеличивать. В принципе, если это необходимо при желании, да, то есть вы можете также в нашем магазине дополнительный аккумулятор приобрести. Что касаемо мощности, по заявлению производителя, максимально здесь мощность у нас идет на 1000 Вт, цепной привод. Что касаемо подвески, подвеска у нас с вами идет передняя, да, как вы обратите внимание, она у нас с вами независимая, что у правого, что у левого квадроцикла.
И задняя, она у нас зависимая. Все исполнено в пружинном исполнении, да, то есть подвеска, видите, все отрабатывает подвеска хорошо. В принципе, здесь по нареканиям каким-то таким нету. Но в любом случае все покажет эксплуатация. Хочется, если честно, потестировать со своим весом 80 кг. Понимаю, что это не та техника, где нужно замерять скорость. И сразу скажу, что скорость замерять мы не будем, потому что, ну, нет смысла, друзья. Я думаю, вы сами прекрасно понимаете. Но мне просто интересна тяговитость, на что он способен и сможет ли он вытянуть 80 кг. Итак, по системе управления. Касаемо самого движения, да, то есть режима скоростей. У нас здесь есть режим драйв, да, то есть это у нас на зеленом стоит, мы едем вперед. Я вперед сразу скажу, что он просто так вот включенный, да, все, вольтметр повернутый, он у вас не поедет. Здесь у нас с вами стоит педаль, то есть зажимаем вот на педаль, зажимаем педаль и начинает движение. Нейтральная скорость переключаем и реверс. Соответственно, реверс это у нас также задняя скорость. Все. На снег, лето, исполнение все то же самое, переключатель идет. Данные квадроциклы у нас снабжены родительским режимом. Что это такое? Смотрите. У нас здесь есть ключ. Ставим, переключаем от себя, вытаскиваем ключ. И это на понижающую скорость. То есть пока у вас ребенок не имеет большого опыта вождения, да, то есть оно, в принципе, очень достаточно такая опция полезная. Поставили на понижайки, и ребенок максимальную скорость там может разгоняться примерно где-то 3-7 километров. Максимальная скорость. Пока поднимется, увеличится, скажем так, навыки, да, то есть ребенок уже научится хорошо управлять, родители, соответственно, может уже его настраивать на повышающий уровень и максимальных характеристик, которые будут выдавать данные квадроциклы. Повторюсь, что максимальная скорость здесь до 25 километров. Что касаемо системы управления, здесь она все достаточно просто, ничего такого сверхъестественного здесь и сложного нету. Стандартного формата, газ у нас мотоциклетного формата, нажимаете газ, он начинает ехать. Повторюсь, что у нас с вами стоит педаль, без нажатия педали квадроцикл ехать не будет. Система торможения у нас с вами идет как велосипедного формата. Здесь у нас они идут механические тормоза. В принципе, для ребенка более чем достаточно и будет хватать. С левой стороны у нас с вами идут тумблеры переключения и включение света. То есть включаем свет, загорелся у нас фары. И сигнал. Сигнал на самом деле достаточно достойный, громкий. Как машина практически образно. По оптике, по освещению спереди вы видите сами на экране, что фары они есть, ну, как сказал, тусклые. Сзади у нас с вами стоят габариты, также стоп, они же стоп-сигналы. Все загорается, все горит, все нормально. Поворотников здесь нету, но, в принципе, сама по себе техника, она миниатюрная для детей, и здесь оно, в принципе, как таковое не нужно. Но, опять же, если вам это необходимо, мы можем дооснастить эти квадроциклы поворотниками, и у вас будет, как говорится, полный фул. Итак, что касаемо колес, у нас обод идет 10-дюймовый, покрышки 13-дюймовые. Они идут такие протекторного оффроудовского, скажем так, формата, да, то есть цепкость очень хорошая, по протектору вы сами можете видеть. Поэтому можно кататься как и по снегу, да, то есть в снежную, так и немножко грязь поместить. Опять же, насколько мощности ему хватит поместить. Но, тем не менее, сразу забегу наперед, если честно, друзья, скажу. Сам очень сильно удивился, покатался на обоих. Вы сейчас видео увидите тоже, мы с вами покатаемся еще. Снег, лето оказался более тяговитый и более скоростной, скажем так. Не знаю, с чем это связано, хотя мощность одинакова. Может быть, из-за того, что вес его побольше, да, отличается. Но, тем не менее, что по ощущениям ощутил? С точки зрения посадки, снег, мини-снег оказался мне более комфортным. У меня рост 178 сантиметров, посадка мне здесь удобнее. Но, опять же, учитывая того, что он сделан для детей, он детский, здесь, конечно же, нужно эти моменты учитывать. Также, что хотел еще сказать по системе управления, с правой стороны мы с вами видим режим бортового компьютера, как такового здесь нету. Здесь у нас показывает с вами только заряд батареи, да, то есть вот шкала, 4 шкалы, и здесь у нас с вами указан заряд. В комплекте также идут два ключа,
два пульта, пульт сигнализации с блокировкой, то есть поставили на сигнализацию, куда-то отошли, соответственно, двигаться, если кто-то пытается подойти, двигать его, начинает сигнализация звуковая срабатывать и блокируется задняя ось. По зарядному устройству обратите внимание, что по клиренсу, сейчас мы измерим с вами минимальный клиренс и максимальный, гнездо зарядного устройства, оно находится у нас вот здесь, в комплекте идет у вас инструкция на русском языке и гарантия, сразу скажу, что максимальный ампераж зарядки 1,5 ампера, то есть примерно до полной зарядки займет около 8-9 часов. Давайте измерим клиренс, вот здесь минимальный, у нас здесь суппорт тормозной, и вот по нему вот измерим, здесь у нас с вами 12 сантиметров показывает, да, это минимальная точка передняя, насколько я вижу. Так, здесь у нас с вами, здесь 13,5, а вот задняя часть, как раз у нас цепной формат идет, да, то есть у нас здесь, видите, он в чехле закрыт, здесь самая минимальная точка. Самая минимальная точка у нас с вами выходит в порядка 8-8,5 сантиметров. Клиренс, сразу скажу, достаточно такой невысокий, нужно учитывать при езде. Но, опять же, друзья, да, это не классический квадроцикл, это не BRP-шка, там не бензиновая история, и не взрослая, а детская. Конечно же, нужно учитывать те местности, по которым вы планируете кататься, что какие-то там большие бугры, либо какие-то где-то там, где грязь поместить, особо не получится, потому, ну и, в принципе, само по себе по мощности ее не хватает. А сейчас я попробую, знаете, как прокатиться по торговому центру, посмотреть, как по ощущениям. Ну и, конечно же, на улице сейчас снег. Попробуем на снегу покататься, как себя ведет. Так, ну что, выехал на снег мини. 80 килограмм, росту 78. Почему по росту, вы сами понимаете, да, как посадка мне будет. Но, в принципе, что, управлять могу, управляю, едет. Сейчас, конечно, что у нас, можно сказать, очищенный снег, да, то есть каких-то сопротивления нету, сейчас небольшая такая корка льда, справляется легко, вот сейчас здесь, конечно, будет посерьезнее. Ну, вы видели, друзья, да? В принципе, по ровной поверхности, да, с задачами с вами справляется, даже с моей нагрузкой 80 килограмм, хотя по требованиям производителя, да, то есть по регламенту, максимальная нагрузка допустимая 35 килограмм, но вы видите сами, друзья, что в Айт Сибири сделали продукт детский, который выдержит нагрузку, в том числе, которая более чем заявлено. И при этом даже вот небольшую корка льда, там, да, неровность я заезжал, и он справлялся с задачами. Ну, молодцы, что могу сказать. Слушайте, но что могу сказать, на самом деле, при этом сейчас заряд у нас показывает где-то процентов 70, то есть если он на полной зарядке, тяговитость его будет еще больше, но при этом, смотрите сами задачи, да, 80 килограмм нагрузка, больше регламента в разы, при этом заезжаю на такие вот сопротивления, скажем так, и он преодолевает вот такие вот сложности с этой нагрузкой, здесь немножко увязли, но снега немало на самом деле. Я думаю, друзья, все понятно, да, то есть тяговитости его хватает. Если под ним будет ребенок возраста там 6-7 лет, 8, да, там с нагрузкой соответствующей ниже, он спокойно будет еще лучше тянуть, и тяговитости, и проходимости будет еще больше. Поэтому классно, здорово. Сейчас хочу заехать, знаете, вот к бордюру подъехать. Вплотную, затянет, интересно. Я сомневаюсь, конечно, но попробуем. Затянул. Loop.
Слушайте, друзья, вот как и говорил, да, то, что вот на самом деле по ощущениям снег лета набирает по тяговитости на порядок выше, чем снег мини. Мне сейчас интересно, как он себя будет на сугробах, как говорится, вспахивать как снег. Если снег мини преодолел те препятствия, то как себя поведет сейчас снег лета, посмотрим. Да, потяговите будет, хотя тоже аккумулятор разряженный где-то по порядка до 70%. Тем не менее, вы видите сами, преодолеваем препятствия, которые ставим перед ним. На самом деле, как и говорил, что детский квадроцикл, но с характером. Танки грязи не боятся. Ну что, друзья, вот мы у вас потестировали квадроциклы. В разных форматах увидели сами. Я считаю, что сопротивление, скажем так, и препятствия, которые были, достаточно неплохие. Я сейчас немножко удивился. Думал, что, конечно же, с некоторыми задачами они не справятся, но каждый из них справился. Что думаете вы? Оставьте комментарии, пожалуйста. Мне интересно ваше мнение. Мое мнение прикольно, классно. Друзья, вот мы с вами познакомились с детскими квадроциклами от компании White Siberia. Мне очень интересно ваше мнение. Пожалуйста, оставьте комментарии, поддержите нас лайком. Снимаем специально для вас. Надеемся, вам это видео понравилось. Ну и, конечно же, хотелось бы также узнать, что хотели бы, чтобы мы снимали дальше, какую технику для вас интересно, потому что снимаем специально для вас. А я вас жду у нас на тест-драйве, в нашем магазине. Напомню, что наш магазин находится территориально метро 1905 года, 200 метров от метро. Также имеется парковка, это торговый центр электроника на Пресне. Работаем каждый день. Огромный ассортимент любой техники, также и новинок. Это квадроциклы, трехколесные байки, двухколесные скутеры, детские скутеры, снегокаты, снегоходы, велосипеды, самокаты любого формата. Поэтому буду вас рад видеть в нашем магазине. Ну а с вами был Станислав. Всем удачи. Пока-пока. Got me running.